начать, как бы, вопрос к вам, значит, когда была операция? 16 января этого года. 22. То есть у нас прошел 10, почти 10. Год, да? 10. И за это время вы похудели? На 48 килограмм. А вот исходный вес какой у вас? 125. А рост? 175. Понятно. Ну вот вы расскажите, пожалуйста, вот как вот вы худели за это время? Вот вы, значит, приехали, допустим, из клиники вернулись, да? Как проходило вообще у вас? Первый месяц было очень тяжело, в том плане, что это просто самочувствие было плохое. Давление почему-то понизилось очень сильно. Ну, это каких цифр? 70/40 было давление, я падала в обморок даже, да. Я приехала домой, у меня стало вот это 80/60, 70/40, но я быстро приспособилась. Я встала, меня муж сразу сажал, наливал мне горячий чай, и это быстро проходило. То есть, утром в основном с постели встаешь, там сердцебиение какие-то были непонятные. То есть вот где-то месяц вот это все длилось. Ну а вот все-таки вес как снижался? Первые где-то полгода, первые полгода, наверное, килограмм по 7. В месяц? Да. Так. Нет. Ну, по 6. По 6, наверное. Месяца 2 килограмм по 7, потом по 6. И в общем, в июле вот. Я точно помню просто, я весила 94 килограмма, это, соответственно, сколько? Ну, 30 килограмм сброшено, 30 килограмм было. Вот, и вот с 94, вот эти вот, там, сколько, 10-12, 12-15 килограмм, я вот скидывала в следующие, можно сказать, полгода. Оно замедлилось, но не остановилось, то есть месяц мог вес не снижаться, потом килограмм 2 убиралось. То есть и сейчас даже вес снижается. Я думала, что уже все, наверное, остановилось, потому что в прошлом месяце, весь месяц у меня вес был 84 килограмма. Ну и я, значит, махнула рукой, и как бы мне нормально, я себя чувствую хорошо, все это устраивает. И я не стала взвешиваться. А перед поездкой сюда, естественно, я встала на весы и была удивлена, что он 77. Ручек пришлось поменять, но зато все... Ну, это приятно. Наверное, я обнаружила столько, оказывается, толстых людей вокруг. Просто полно. То есть я раздавала свой гардероб. Вещей было очень много, вещи все были хорошие. Оказалось, у меня куча подружек, которым подходят мои вещи. То есть я не замечала, я считала себя самым толстым человеком в мире, я себя ненавидела за это. Вот, а стала отдавать вещи и даже как-то... Ну, я радуюсь, конечно. Не могу немножко привыкнуть, конечно. Прихожу в магазин, спрашиваю, а на меня вот такое есть? Он говорит, есть, конечно. Да. То есть психологически вы еще не поняли? Нет. Нет, я там прошел самый большой размер, дать мне пометь, мне говорят, куда вам, у вас там 50-й, допустим, нет, 254-й, я точно знаю. Меряю, там удивляюсь очень сильно, ну и радуюсь. Ну это радостное такое вот состояние, удивление, вот это радостное. Скажем так, негатива нет. Я вот месяц прошел после операции, и все, и у меня вот началось все прям хорошо. Ну вот если, допустим, так, вот эту операцию, скажем, вот именно субъективно для вас конкретно вот оценить по 10-бальной шкале, где, допустим, 1 это самый плохой результат, а 10 самый хороший, 10, вот сколько бы вы поставили? 10 однозначно, так, несмотря на неудобства. Нет, 10. Почему? Потому что, я говорю, несмотря на неудобства первого месяца, вот то, что вот это привыкание, я думала, будет тяжелее, я думала, я... Не буду себя ограничивать, я не смогу, я ем все, я могу себе позволить все. Я приспособилась ходить в кафе с компаниями, то есть я раньше там, мне было неудобно, там съем кусочек, не хочу больше, на тарелку пустая. Я сейчас делаю проще, я сейчас накладываю полную тарелку себе всякого разного. И в течение вечера там... Делаете вид, что что-то едите. Да, то есть я, конечно, ем, я там этого съел. Она незаметна, она все стоит, у меня все налито, наложено. И никто не пристает. Да, да. То есть я к этому приспособилась, это оказалось легко. Все, что я хочу, я себе позволяю. Я все, что угодно себе позволяю. У меня нет ограничений. У меня наоборот только положительные какие-то моменты. Насколько я раньше много ела, я вообще, я в шоке, конечно. Я сейчас вот домой прихожу, ну, мне там все там едят, допустим, дома, да. А я не смотрю, мне кажется, такие огромные порции, куда же у вас лезет? Ну вот люди действительно, очень многие, кстати, как и вы, говорят действительно, что вот только сейчас, скажем так, они осознали, насколько раньше они много ели. Хотя они раньше считали, что они вообще ничего не едят, просто совсем. Нет, ну я знала, конечно, что я ем много, но что настолько это было много,
Я в шоке вообще, честно говоря, потому что я, ну, я как бы готовлю, я же мама, там, глава семьи такая. Вот. Я сейчас готовлю, опять же, те же количества, которые готовила раньше, и вся моя семья это ест в два раза дольше, чем раньше. То есть получается, что половину этого я съедала сама. В общем, рецепт универсальный для похудания, надо меньше жрать. Правильно сказал моя приседская. Ну, конечно. Вот. Но если не получается, я бы сделала эту операцию еще раз и еще раз. И я считаю, что я правильно выбрала шунтирование, именно не бандажирование. Потому что я вот и... Я же приехала сюда вообще не подготовленная, я ничего не знала. Приехала, просто стала стараться уменьшить мне желудок. Вот. И я просто после этого уже, вы мне тут сказали про сайт, я начала там читать, форум, там что-то такое. И, в общем-то, ни разу я не вычитала недовольных операцией шунтирования, но недовольных бандажированием были люди. То есть у кого-то что-то не прижилось, у кого-то что-то вес там плохо снижается, у кого-то эти регулировки там как-то не так проходят. Ну, что-то такое, то есть людям некоторым... Ну, вы знаете, все-таки количество соотношений шунтирования и бандажирования, оно, конечно, безусловно, однозначно другое, да, если где-то на одно шунтирование приходится 5 бандажирований. Поэтому просто, ну, знаете, это может быть уже из-за количественного. Я тоже сомневалась сначала, да, но я не доверяла себе. То есть бандажирование сделать, конечно, да, у тебя там вроде бы ничего не режет, у тебя все целое, оно ты в любой момент можешь, вот это ключевая фраза, в любой момент можешь все вернуть обратно. Я не уверена, что я не сказала бы, распустите мне все, ну вас нафиг с вашим этим бандажом, хочу я уже обратно. Не распустили. Вот. То есть я не уверена в этом. Я настолько зависима была от еды, настолько зависима, я не уверена, что я не придумала бы себе какую-нибудь беременность, там еще что-то такое, там типа срочно распустить. Не, я там беременная вся, все мне надо питать. Вот. И я прям, я рада, что я сделала именно шунтирование. Я рада, что... И опять же, как, ну, скажем так, это не вот это билиопанкреатическое шунтирование, после которого осложнения какие-то там, все так. Ну, действительно, осложнения могут быть, вот. Это как бы проще операция, скажем так, вернее, как проще, может быть, не проще, а ну, осложнений после нее меньше. Ну, она является стандартной в мире, скажем да, так. Да, и в мире очень много народу ее сделала, и я рада, что у меня маленький желудочек, но он у меня там ездит, этот желудочек. Если его утешать, конечно, что в случае чего я приеду, мне это все так пришьют обратно, но я этого не сделаю. Вот. Я просто рада, что я, конечно, там не откромсала себе все это до конца, и психологически легче ощущать, что эта часть, она там во мне. Все есть у вас, короче. Да. Вот. Ну, вот, а на бандаж я не рассчитываю. Ну, хорошо. Ну, спасибо вам за ваш интересный рассказ, на самом деле. Вот мы его можем как-то размещать где-то, да? Где угодно, как хотите, потому что я хвалюсь, я всем рассказываю, что я... То есть вы не скрываете? Я не скрываю, что я сделала эту операцию. Я как бы, скажем так, многие говорят, вот там на диете сижу, там все такое. Я не считаю зазорным сказать, что да, я не справлялась, я поехала и сделала это, потому что это по-другому было никак. Но мне помогло, мне здорово, я буду рада, если... Понимаете, многие люди же, они не знают, что можно это сделать. Если бы я не вычитала, я бы не знала. Я бы никогда в жизни не полезла там искать чего-то куда-нибудь. Вот я бы так и продолжала бы там отшкребать себе кусочек, то есть абдоминальную пластику, еще одну абдоминальную пластику. Вот. Я хочу, чтобы люди знали, что многие очень страдают от этого излишнего веса. Да, здорово, но это все можно решить. Вот. А вот интересно, вы форум читаете, да, вот сейчас, на весе, да? Сейчас да. Ну то он считаете полезный вообще или нет? Конечно, конечно, полезный. Я подумала, что я приеду сюда и скажу вам, чтобы мои фотографии там поместили, но я хочу, чтобы люди меня увидели. Ну ладно, еще раз спасибо вам. Действительно, будем надеяться, что будет польза, да, и вам, и действительно всем другим.